Правительство сохранит объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2016 году на уровне 237 миллиардов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, открывая в Москве сельскохозяйственную выставку «Золотая осень». В ее рамках, кстати, впервые пройдет совместный агробизнес-форум с ключевыми партнерами России по БРИКС. По словам премьер-министра, курс на импортозамещение, а также решение ввести ограничительные меры по поставкам сельхозпродукции из ряда стран оказались весьма полезными для нашего АПК. Это решение, которое было действительно в значительной мере продиктовано политическими соображениями, тем не менее оказалось весьма выгодно нашему агропромышленному комплексу, ну и целому ряду предприятий, компаний из разных стран, которые с нами сотрудничают, работают именно в Российской Федерации. Объемы поставок в этом смысле растут, и, надеюсь, это будет продолжено. Цели аграрной политики в нашей стране остаются неизменными. Конкурентоспособное сельское хозяйство, современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром, качественные, недоступные по цене продукты на столах наших потребителей, граждан Российской Федерации.